Энвил Баллиста. Самоходное средство противовоздушной обороны. Обладает очень сильным вооружением с большой дальностью стрельбы и очень низкой электромагнитной сигнатурой. Способна уничтожить практически любую наземную или воздушную цель, прежде чем она узнает, что по ней попало. Турель обеспечивает защиту всех пассажиров на случай, если вражеские корабли попытаются подойти близко к вам. Недавно мы провели много тестов данной техники. Для этого мы вызывали много баллист. Очень много баллист. Сейчас баллисты нельзя перевооружить на месте, и поэтому у нас осталось очень много использованной техники. Да, вот так мы и просадили сами себе FPS. Итак, добро пожаловать на нарезку наших эпичных моментов и также самих тестов Anvil Баллиста. Было выпущено очень много ракет. Было уничтожено много кораблей. Мы увидели кучу красивых взрывов и ночью, и днем. Было испытано очень много положительных эмоций у всех участвующих в данном тесте. Предлагаю вашему вниманию нарезку интересных моментов с нашего недавнего стрима, после же мы перейдем к самим тестам. Ой, сколько мимо летит! Пошли. А теперь начинается... Как это красиво, а? Меня как куда-то понесло даже. В конце данной нарезки я озвучу свои заметки касательно этих тестов и дам пару советов. Приятного просмотра! Я недавно в этом стриме рассказывал про баллисту и Аврору. Что баллисты — это по сути... Смотри. Лол. Он еще... Он не выключенный был. А, моя врорка улетела, все? Да. Ее больше нет. Нормально, я там что-то оторвал уже. Будешь должен. Она еще летит. Куда-то. Сейчас упадет. Бах. Еще летит! Ребята, выключайте технику, когда садитесь. Одно неловкое движение какое-нибудь дебилы типа меня, и вы не поймаете свой корабль больше. Он нам горит, где-то лежит. Ну, ребят, куда ж без тестов, различных любых тестов, не используя Аврору. Аврора — это просто мега святой корабль в любых тестах, особенно чего-то большого, особенно каких-то торпед, ракет и так далее. И сколько потребуется ракет, чтобы с баллисты, чтобы уничтожить Аврору, вы прекрасно видите. Ноль. Просто ноль. Я на стриме рассказывал одну веселую ситуацию. Когда баллиста только появилась в игре, я ее взял. Я приехал, вызвал технику, кого-то там поубивал очень так забавно, прикольно. Потом сидел, скучал, жертву, как говорится, ждал. Что-то на мой ванпост никто не летел. А рядом стояла Аврора. С выключенными движками, что хотя бы человек сделал. Потому что бывает с включенными движками на корабле, вы прекрасно сами видели. Я с разгончика на баллисте въехал в Аврору, вытолкал ее потихоньку-потихоньку за радиус безопасной зоны и просто-напросто ее взорвал. Малые корабли, они очень спокойно выталкиваются баллистой. Баллиста — большая машина, тем более с разгона она нормально может протаранить. Авроры, мустанги, они просто как делать нечего, выталкиваются из любых зон.
как бы вообще с легкостью вы такую технику, вообще не применяя свои ракеты, не тратя их, уничтожите вот в эти кораблики. Ребят, вот один из самых советов, который я как раз уже и на видео озвучил, и еще раз повторю, когда вы сажаете свою технику, во-первых, выключайте двигатели. Вы можете не гасить систему, чтобы у вас щиты были постоянно включены и так далее, но выключайте, правда, двигатели. Если кто-то, а учитывая, что сейчас новая летная модель с вертикальными полетами, вот это вот вертолетное управление, очень много людей не может нормально садиться на вообще какие-либо платформы, да и по сути на землю, чего уж то говорить. Они очень в легкую могут врезаться в ваш корабль. Если на вашем корабле включены движки, ваш корабль полетит, понесет, вы его потом не догоните. Даже если вы будете использовать корабль вашего друга, чтобы так или иначе попытаться остановить ваш корабль и так далее, естественно, вы задолбаетесь. А не дай бог, вы успели на аванпосту уже закупиться, либо не успели продаться. Ваш корабль улетит вместе с вашим грузом. Вы потом будете с ума сходить в попытках его вернуть. Выключайте двигатели. Можете не гасить питание, но двигатели, ребята, обязательно просто к выключению. Как есть. Ну что ж. Аврора очень хорошая против баллисты, нифига ничего не может, вот, и зато очень красиво улетает и очень красиво взрывается. Кстати, самое интересное, у Авроры реально очень хороший мощный взрыв среди некоторых других кораблей. Поэтому взрывайте в удовольствие. Ну что ж, погнали дальше. Если данное видео было для вас полезным, то я буду крайне признателен за лайк, репост и подписку на мой канал. Только начинаете знакомиться с игрой, исследовать вселенную или воевать? Все станет намного интереснее, когда рядом есть друзья. Присоединяйтесь к крупнейшей русскоязычной организации Turbor Corporation. Мы можем обучить вас всему, от торговли и добычи руды до навыков эффективного боя. Регулярные ивенты с участием большого количества игроков. Мы располагаем самым большим парком кораблей, поэтому вы сможете полетать на всех доступных космических судах в самых разных ролях. Turbor Corporation. Мы меняем вселенную. Вся информация о вступлении в корпорацию на нашем Discord-сервере. Ссылка в описании. Регистрируясь и покупая игру по реферальной ссылке, которая находится в описании видео, вы получаете внутриигровой бонус и также принимаете участие во всех ежемесячных розыгрышах от канала.